техники работы, безусловно, у детей. Очень шикарно. Следующий слайд. Ну, вот тут описаны эти техники, можно и расширять большое затылочное отверстие для гемодинамики и динамики ликвора, очень техника полезная в области четвертого желудочка, проекция делается с давления, тоже очень активируемое движение этих всех жидкостных средств. Следующий слайд. У ребятишек, вот подчеркиваю, это формирование черепа, когда дети попадают к специалистам, мануальным терапевтом, остеопатом, очень много можно сделать для формирования, то есть красоты черепа, потому что это все очень поддается воздействию, поскольку структуры очень все мягкие. Ну и чрезвычайно важным, коллеги, мне хочется сказать, что касается краниальной терапии, является устранение спазма внутримозговых мембран. При различных травматических ситуациях, это касается и позвоночника, кстати, и мы описали тоже технику, как диагностировать, что есть эта вот скрученность мозговых мембран. И касается позвоночника и головы, и как это все устранять. Чрезвычайно тоже интересный результат. Я сейчас не говорю о тех методиках объективизации, которые используются. Я просто хотел поделиться, как это можно все систематизировать. Ну и, безусловно, к этой системе относится копчик и крестец. Если мы говорили раньше, что копчик – это рудимент какого-то хвоста, я думаю, что навряд ли это соответствует действительно. Чрезвычайно важная структура. И она имеет проблемы болевого характера, если есть дисфункция копчиков, в частности, в поясничном отделе или в области таза. Следующий слайд. По объекту воздействия. Преимущество может быть мышечные техники, с учетом тех вышесказанных технологий, которые используются. Преимущество может как капсулярно-суставные, то есть внутрисуставное воздействие, и, соответственно, комбинированные технологии. Очень часто врачи используют. Следующий слайд. Что касается висцеральной системы, это преимущество органы, то есть на орган, преимущество опорно-связочное, на опорно-связочный аппарат или на связочный аппарат, и, соответственно, комбинированные техники. Следующий слайд. Что касается краниальной системы, чрезвычайно тоже важно учитывать, это преимущество может быть костное на шовму воздействие, преимущество мышечное на мышцы, вы знаете, что большое значение в этой системе придет височно-нижнечелюстному суставу. Поэтому сустав при проблемах стоматологического характера и, соответственно, при каких-то травматических ситуациях тоже имеет колоссальное значение для вообще равновесия тела, поэтому эти мышечные техники мы воздействуем, корректируем дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава и другие мышцы жевательного характера. Характер, которые тоже могут иметь травмы, особенно после посещения стоматолога. Если там очень активно стоматолог нам раскрывает рот, то, безусловно, такие ситуации спазм возникнут. Комбинированные техники. Следующий слайд. Соответственно, что касается характера воздействия, то это может быть целенаправленно, когда мы четко разобрали, что вот имеется конкретная локальная зона, с которой нам нужно поработать. То есть, и есть палочка-выручалочка, когда мы не можем определиться, мы можем действовать нецеленаправленно, то есть полисегментарными технологиями. Безусловно, что вот этот момент, он чрезвычайно, конечно, ответственный и важный. Палочка-выручалочка является техникой, когда мы делаем просто общее воздействие в той зоне, где преимущество локализуется боль у пациента. Сколько времени нужно? Все, 2 минуты. Следующий слайд. Значит, по силе воздействия, я уже сказал, то есть, конечно, чем слабее воздействие, тем оно, безусловно, эффективнее. Средняя сила. Пожалуйста, коллеги, кто занимается терапией, как можно меньше используйте. Очень жестко, и пациент просто будет убегать от вас. Следующий слайд. По направлению воздействия. Можно в сторону барьера воздействия, можно в противоположную сторону. Противоположную сторону, как правило, это что касается краниальной терапии и висцеральной терапии. Следующий слайд. Я вот привел несколько снимков, есть такие немножко шкодные, да. Идет мобилизация, видите, параллельно комбинированная техника идет, то есть воздействие на позвоночник, и локально сразу устраняется, локальным давлением устраняется спазм мышц. Следующий слайд. Тоже мобилизация, скажем, плечо-лопаточного сустава, при плечо-лопаточном периартрозе, при плечевого сустава, тоже идет сразу еще пальцами, фиксируется подостная мышца. При этих ситуациях очень часто имеется триггерная зона, этой мышцы. Следующий слайд. Что касается ПИР, я хочу сказать, тут наверное, многие специалисты занимаются мануальной терапией, да? Сочетание трех технологий. Мы растягиваем эту мышцу, верхнюю постоперационную мышцу, используя ПИР. То есть сначала пациент давит, включает мышцу, потом мы расслабляем. Сочетание. Сразу попробуйте сделать ПИРа, то есть активация антагониста. То есть теперь пациент дает в противоположную сторону, туда, включает антагонист, агонист расслабляется. И третья технология, о чем я говорил, ПРР, да, после рецепторная релаксация, когда
пациент давит, опять включает функцию мышцы, а потом сам растягивает. Это показал я просто на шее, это работает практически везде. Это очень интересно, поэтому отметьте себе. Следующий слайд. Ну вот у ребятишек тоже очень активно используется мышечно-фасциальный релиз. Следующий слайд. Ну, это речь идет о автомобилизации, тоже очень нужно грамотно учить пациента выполнять самостоятельно те воздействия, которые ему необходимы. Следующий слайд. Это, в частности, техника на диафрагме. Следующий слайд. Техника на кишечнике. Или цикальная зона, в частности, здесь тоже очень часто бывает спазм. Следующий слайд. Ну, вот краниальная терапия, следующий слайд. Ну, вот видите, как вот животные тоже друг друга проводят. И представляете, какое блаженное, хотел сказать, лицо, какая блаженная мордочка. То есть, видите, массаж или, не знаю, может, это миофасциальный релиз. Следующий слайд. Ну вот так, коллеги, чтобы глаза у нас не, из орбит не выпадали, поэтому вот так лечить, конечно, не надо. Следующий слайд. Ну и тем более вот эти воздействия не были похожи на вот это слоновое воздействие, видите, как ногой там. Ну, было увлечение, не знаю, в Москве использовали это, лечение ногами. С ногой, да? Да, с ногой, ногами. Ну, я думаю, что это не самый лучший вариант. Следующий слайд. Вот. Ну и, коллеги, последнее, что я хотел сказать, что задач очень много стоит перед мануальными терапевтами. Но главное определить ведущую значимость какой-либо системы. Какая система определяет, или патологического очага определяет, формирует болевой синдром, то есть механизм болевого синдрома. Следующий слайд. Ну и, безусловно, мы описали в научных статьях и в наших монографиях есть, как определить, какая технология будет при какой-то патологической ситуации наиболее эффективна. Тоже есть критерии, но я не буду обращать внимание. И, безусловно, эти критерии должен врач тоже для себя определить, чтобы использовать это в дальнейшем. И последнее. Вот, подчеркиваю, что вот такой подход с нашей точки зрения к систематизации и классифицированию методов мануальной терапии позволит более эффективно и дифференцированно выполнять лечебно-реабилитационные мероприятия, будет полезно в преподавании и изучении актуальных вопросов мануальной медицины, ну и, соответственно, будет полезно в написании каких-то аттестационных работ, научных статей и диссертационных работ. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, тут я организатор, какая легитимность специальности остеопат? Если это да, то как нам относиться к людям, которые говорят, они выдающиеся остеопаты и так далее? Ну, относиться, наверное, нужно так, с терпением, с терпимостью определенной, поскольку Министерство образования определил такую специальность. Не министерство, подчеркиваю, здравоохранения. То есть есть сегодня приказ, где остеопатия выделена в самостоятельную специальность. Я только не знаю, для чего это сделано. А Министерство здравоохранения, как в свое время, когда-то Чазов издал приказ, чтобы ввести, не было специальности врача-мануальтерапевта, он издал приказ о введении должности врача-мануальтерапевта. Ну, это было очень давно, я уже не вспомню, может, Алексей Егорович это помнит. Вот теперь есть такая еще должность остеопата. Для чего это сделано? Ну, вы все понимаете, что это все одно и то же. Остеопатия – это школа, направление, такая же школа, как хиропрактика. Мы основываемся на костоправстве в России испокон веков, это лечили руками, вы знаете, да? Или знахарство, целительство. То есть, поэтому это, но для чего сделано? Есть какие-то внутренние хитрые механизмы, какие-то влияния на нашего министра. Вот. Кто-то готовит остеопатов, легитимно эта специальность, они на работу брать его в какой специальности? Ну, я вам объясню, что есть приказы, вы их поизучайте, уже решайте. Я скажу, давайте об этом. Алексей Иванович, что-то прояснить. Еще какие-то вопросы? Спасибо. Там где-то был последний слайд, вы ему показали. Поблагодарил там за внимание. И приглашаю в город Сочи. Мы проводим хорошие циклы по обучению. Приезжайте. И мастер-классы трехдневные. Последний там самый слайд. Ну ладно. Хорошо. Спасибо. Спасибо.